Вчера регион буквально ушел под воду. Из-за сильнейших осадков и шквалистого ветра движение в городе было парализовано. Начавшийся ураган застал врасплох многих ульяновцев, которые в это время как раз возвращались с работы домой. В областном правительстве было экстренно собрано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Было принято решение ввести на территории Ульяновска режим ЧС. За 12 часов более 80 миллиметров. Достаточно сильный ветер, сильный дождик. Поэтому мы, наверное, можем принять решение по городу Ульяновску о введении чрезвычайной ситуации. Больше всего пострадали Засвияжский и железнодорожные районы, поселок Мостовая. К сожалению, не обошлось без жертв. Имеется сведения о одном у нас погибшем в результате падения на электропровода, обрыва электропроводов. В результате падения деревьев погибла женщина 1954 года рождения в городе Ульяновск. Все мероприятия по оказанию помощи родственникам и захоронению спланированы и проводятся администрацией города Ульяновск. Железнодорожный и авиатранспорт работал в штатном режиме. В связи с погодными условиями было остановлено движение Ульяновского автовокзала. Задержано 12 рейсов. В ликвидации последствий задействовано более 1500 сотрудников МЧС, 630 единиц техники. Основные мероприятия сейчас – ликвидация заторов воды, очистка ливневых канализаций, уборка рухнувших деревьев. Улправда следит за развитием событий.